Сегодня в Омск вернулась триумфатор Олимпиады в Токио Виталина Бацарашкина. На играх в стрельбе из пневматического пистолета заслуженный мастер спорта завоевала 2 золотые медали в личных упражнениях. Победы Виталина одержала с олимпийским рекордом. Также Эмичка выиграла серебро в паре с Артемом Черноусовым. Первые лица региона, близкие болельщики встречали чемпионку на площади у аэропорта. В честь возвращения Виталины домой оркестр Росгвардии исполнил марш «Триумф победителей». Поздравил олимпийскую чемпионку и губернатор Омской области Александр Бурков. Своей первой золотой медалью Виталина вдохновила наших российских спортсменов будущим победам. И это очень значимый вклад. Спасибо за этот прекрасный результат, за эту феерическую стрельбу Виталина. Это действительно вызывает восхищение и гордость. Такие вот достижения нужно поощрять. И поэтому правительство Омской области приняло решение выплатить денежную премию нашей чемпионке и тренеру в размере более 11 миллионов рублей. Поэтому поздравляю вас от всей души. Также олимпийскую чемпионку поздравила мэр Омска Оксана Фадина. Она инициировала присвоение Виталине звания «Почетный гражданин города Омска». Есть такая традиция, была такая традиция в Древней Греции, когда возвращался победитель. Разбирали крепостную стену, и там, где проходил победитель, ее снова воздвигали. И это была такая память, увековеченная в честь победителя. У нас в городе Омске тоже есть традиция. Победитель, который славит наш город, который вносит вклад в развитие этого города, удостаивается почетного звания «Почетный гражданин города Омска». И я надеюсь, что депутаты Омского городского совета мою инициативу, и я думаю, что и жители все поддержат города Омска эту инициативу, поддержат и Виталина Игоревна Бацарашкина достойно звания «Почетный гражданин города Омска». Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на пути к этим медалям. Всем огромное спасибо, что встречаете с такой теплотой. Всех, кто меня знает, всех, кого знаю я, всех, кого я не знаю, но не знают меня. Всем огромное спасибо. Я очень рада, что я вернулась домой. Всем спасибо. В заключении встречи Виталину ждал еще один приятный сюрприз. Специально для нее, как для фаната мира Ведьмака, омский русский народный хор исполнил свой нашумевший хит – композицию «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Виталина Бацарашкина является самой прославленной омской спортсменкой. У нее на счету не только 3 медали Олимпиады в Токио, но и серебро игр в Рио-де-Жанейро. Сейчас девушка планирует отдыхать и восстанавливать силы, а затем начать подготовку к новым стартам. Через полгода, вот после Нового года, уже были первые старты отборочные на чемпионат Европы. Ну и к этому моменту нужно быть примерно готовым, не знаю, за месяц, может быть, начать тренировки. То есть, ну, примерно декабрь.